Как сообщает специальный корреспондент Баку ТВ, всю последнюю неделю Харьковская область почти каждый день подвергается артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных сил России. Число жертв среди гражданского населения в результате обстрелов растет день ото дня. Глава обладминистрации Олег Синегубов рассказал Восточноевропейскому бюро Баку ТВ о последних событиях в Харькове. У нас идет полномасштабное вторжение в Украину, и мы действительно в городе Харькове держим оборону нашими вооруженными силами. Значит, на сегодняшний день у нас очень много разрушено инфраструктуры, гражданской инфраструктуры непосредственно в городе Харькове. Это тысячи домов. Если мы берем жилые дома, то это около уже 2000 жилых домов, включая многоэтажки, многоквартирные дома в том числе. С 24 февраля, со дня начала войны, мы живем в метро. 2 марта мы остались без жилья. И я до сих пор не могу понять, за что. За что это с нами так? Наш дом находится возле горосполкома. Нам попало 2 бомбы. Дома нет. Я хочу спросить у вас, Владимир Владимирович, для чего, зачем вы убиваете нас, наших детей? Один вопрос. Надеюсь получить на этот ответ.